Алло. Не кладите трубку. Оператор ответит вам менее чем через минуту. Какой оператор? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Эдмонд, я из компании АО Групп. Скажите, вам удобно говорить? Не отвлекаю вас? Нет, не отвлекаете. Я вас набираю с предложением от нашей компании касательно дополнительного дохода в интернете. Для вас было бы интересно вообще зарабатывать в свободное время, скажите? Ну, не знаю. Я, в принципе, пенсионер, я сейчас свободен. Ну, как раз мы предлагаем удаленный вид заработка, где вы как раз дома в свободное время зарабатываете на бирже непосредственно. Вы о бирже что-нибудь слышали, скажите? Ну, конечно, слышал. Слышали. А какой-то опыт имели или только слышали? Нет, опыта не имел. А суть дохода понимаете, да? Или у меня единственный опыт с акциями был, когда в 90-х годах была приватизация. И вот у меня были какие-то там ваучеры, акции, вот. Потом все это... Вы владели акциями, да? Да, потом все это куда-то все делось. Как-то все закрылось, испарилось, и, в общем, такой вот только опыт. Понял вас. Ну, как раз смотрите, вы в этой сфере сами акции не покупаете, вы работаете на ихнем движении. То есть суть заработка заключается в том, что, грубо говоря, вам требуется приобретать и в дальнейшем перепродавать акции с доходом. Но вы не становитесь как раз владельцем акции, вы работаете на движении стоимости акций, так как они постоянно... А это как? Либо же понижение. Давайте я объясню, то есть на примере, вот допустим, акция стоит $100, да? А через 6 часов, условно говоря, она будет стоить $150. То есть ваша чистая прибыль... Да такого быть не может за полчаса, чтобы акции подорожали. Нет, это как пример вам. То есть они дорожают на какую-то определенную сумму, так как, смотрите, вот наведу пример. Вот компания Zoom. Вот вы слышали о такой программе вообще? Нет, что-то не припоминаю. Не слышали. Компания Tesla, Apple. Вам... О, компания Tesla, вот я вчера про них новости читал. У них там такая критическая ситуация сейчас в Европе. У них люди вложились в их акции, короче говоря. Ну вот под этот проект Tesla, который вот. А сейчас на рынок Европы вышли корейские производители, сами европейцы стали. И, короче, а вот Tesla... у них катастрофически рухнули убытки, в общем, полностью у них рухнули акции. Люди сейчас в больших таких сомнениях, что стоит ли вообще с этой компанией работать. Да, ну давайте наведу пример, что вот буквально, смотрите, Tesla, вот буквально в январе, знаете, сколько стоила одна акция Tesla? Да фиг ее знает, я что слежу за ними. Ага, ну смотрите, $880 она стоила, одна акция Tesla. То есть, а буквально в ноябре она стоила $408. То есть, ну, а сейчас она будет стоить $200, наверное. Вот представьте, какие убытки у людей. Смотрите, вот я сейчас наблюдаю за данными, сейчас она стоит $563. То есть она сейчас идет на понижение из-за разных новостей. Да, вот я про это вчера читал. Да, то, что они тоже скупают биткоины, и то, что они планируют за биткоины, то есть продавать свои автомобили. Они уже такого решения принимают. Но компания развивается. То есть из-за того, что, конечно же, они приобрели биткоин, у них немного пошло на понижение стоимости акций, но сам рост, то, что у них акция стоила $880, согласитесь, это довольно-таки неплохо, когда в ноябре акция Tesla стоила где-то $400. Вот, видите эту разницу, да? Ну, откуда я знаю, что они стоили 400? Может, они стоили 900, а потом 800? А вы можете, смотрите, в любой момент в Гугле или же в Яндексе, в поисковой строке написать, допустим, акция Tesla или акция Apple. Вот. И вы даже можете увидеть, когда эта акция стоила вообще ну, какую-то определенную сумму. В какой период? Там 6 месяцев назад, 5 дней назад, сегодня сколько она стоит. То есть это в свободном доступе. Но наша компания, смотрите, она не брокерская, она аналитическая. То есть она занимается анализом всех рынков, такие как фондовые, это акции, сырьевой рынок, нефть, золото, непосредственно,
криптовалютный рынок, тот же биткоин, наверняка слышали, как он растет в своей стоимости в процентном соотношении, и валютный рынок, то есть это Форекс. Знаете, да, про эти все рынки? Ну, Форекс знаю, да. Да, то есть мы как компания предоставляем вам готовую информацию в виде торговых сигналов, по которым вам требуется и работать. И при работе наш сотрудник вас сопровождает, то есть наш аналитик, он закрепляется, вас удаленно сопровождает при работе. И в среднем у нас клиенты зарабатывают за месяц от 30% чистой прибыли от суммы общего капитала. И плюс данной сферы в том, что ваш капитал, он в процентном соотношении по мере вашей работы всегда растет в процентном соотношении. Вот. И, конечно же, у нашей компании есть свои интересы в виде 10% от вашего дохода. То есть, условно говоря, вы за неделю заработали $200 чистыми, да, и решили вывести сумму себе на банковский счет. То есть вы в любой момент эту сумму переводите с торгового счета на свой банковский счет, либо же электронный кошелек, и после этого по реквизитам компании как раз переводите ей данный процент за сотрудничество в виде 10%. А, вот. Скажите, у вас есть какие-то вопросы, что-то для вас непонятно, возможно? Да мне вообще ничего не понятно, я в такой теме вообще ничего не понимаю. Ну, суть дохода я вам, ну, то есть вы вникли в суть заработка, понимаете? Ну, ну, это же многие так зарабатывают. Крупные банки скупают акции, вот, допустим. Да, но... Газпрома, там, что... еще какие-то. Потом да, они их все хранят, что вы... да, получают вы дивиденды. Ну да, да, то есть вы сами понимаете, то есть сфера довольно обширная, то есть есть владельцы акций, которые непосредственно скупают акции, а мы вам предлагаем сферу заработка, где вы работаете на движении стоимости акций. А это как? Вот я вообще в этом не понимаю, как может акция куда-то двигаться? Ну она постоянно растет, либо же понижается в своей стоимости, правильно? Вот. На движении стоимости акции, на разнице стоимости акции вы как раз и зарабатываете. Вот, грубо говоря, я вам навел пример, что, допустим, акция там Apple стоит $150, да, через буквально сутки там оно будет стоить $200. То есть за это время ваша чистая прибыль на разнице стоимости этой акции будет составлять $50. Это вам да понятно? Быть такого да? не может. Нет, но это я вам привожу пример, чтобы вы понимали, что вы зарабатываете на разнице. Разница именно. Не, ну разницу я понимаю, но просто вот такие нереальные цифры говорите. Нет, я вам такой пример навел, чтобы вам было наглядно видно, чтобы вы понимали. Вот. То есть у нас есть различные к вам предложения, на которых можно неплохо зарабатывать. Вот. Как я и говорил, компания предоставляет вам готовую информацию, по которой вы должны будете работать. Скажите, у вас есть какие-то вопросы, какие-то, которые вас интересуют непосредственно? По заработку? Конечно. Я даже не знаю, какие вопросы-то могут быть, если я в этом ничего не разбираюсь абсолютно. Тогда смотрите, тогда я вам... А вас вообще интересует бесплатное обучение при работе вообще? То есть вы можете работать и параллельно обучаться вообще? Было бы для вас интересно? Ну, возможно, какое-то повышение квалификации такой своей, как бы. Да, нет. То есть у нас обучение, оно бесплатное, то есть при работе вы и зарабатываете непосредственно. Параллельно вам требуется немножко больше выделить время для обучения, то есть там в день, через день. Плюс в этой сфере у вас нету какого-то определенного графика. Вы только в свободное время и работаете непосредственно. Вот. Скажите, вы вообще компьютером пользуетесь? Ну, на уровне пользователя. Сейчас как-то нет, он у меня он в качестве плеера лежит. Ага. Мультики ну, посмотреть. Он... Понял вас. Ну так, чисто посмотри что-то, поинтересоваться чему-то, да, в интернете. Нет, у меня компьютер без интернета. Без интернета, да? Я понял вас. Смотрите, а у вас на телефоне есть доступ к интернету вообще? Ну, вот с которого сейчас говорю, нет. Но вообще у вас вообще есть какое-то устройство с выходом в интернет? Ну, планшет есть. Планшет есть. Понял. Смотрите, что я вам сейчас предлагаю. Я вам предлагаю встретиться как раз за этим планшетом, чтобы наглядно показать, как эта сфера вообще работает в онлайн-режиме. То есть через программу Skype. Вы как, Skype пользуетесь вообще? Skype. Сейчас я посмотрю, у меня здесь да. есть Skype. Так, Skype. Я не знаю, просто стоит он у меня здесь или нет.
Ну, давайте я вам расскажу, что я вам предлагаю. То есть я вам предлагаю встретиться за скайпом, то есть за вашим планшетом. Включитесь к монитору нашего старшего менеджера. Нету скайпа здесь у меня. Нету скайпа. Ну, если что, вы можете скачать, это не проблема. То есть через эту программу вы подключитесь к монитору менеджера и будете уже наблюдать в онлайн-режиме, как это работает и что мы конкретно вам предлагаем. То есть не в устном виде, а уже вы будете наблюдать все предложения от нашей компании. То есть как раз детальнее изучите наше предложение. Так вы, может, мне какую-то ссылку скинете на ваш сайт, сам зайду. Нет, смотрите, то есть сайт это само собой. Просто я вам предлагаю в онлайн-режиме ознакомиться с предложением, чтобы вы уже наблюдали, как это работает. И как раз зададите интересующие для вас вопросы более подробно, пообщайтесь. Как раз будете с нами на связи. Ну, вот, я могу на сайт зайти и сам посмотрю, что там. Нет, на сайте вы прочитаете о нашей компании, но вы увидите, как это все работает, понимаете? То есть сайт ознакомительный, вы просто почитаете о нашей компании, сколько мы работаем и другую информацию. А я вам предлагаю встретиться и увидеть, как это работает, понимаете? Так я все равно ничего не пойму, как оно работает. Ну, вы смотрите, вам будет наглядно все видно, вы будете задавать интересующие вопросы и понимать, как вы уже зарабатываете. То есть займет это всего лишь 15-20 минут, мы же с вами как-то должны начать уже более глобально изучать предложение, правильно? Вы мне лучше по электронной почте скиньте ссылку на ваш сайт. Ну, смотрите, сайт мы в любом случае потом предоставим вам. Но я вам предлагаю увидеть вид дохода, как он работает, понимаете, всю структуру. Вам потребуется всего лишь выделить 15-20 минут, мы вам заодно и пришлем и WhatsApp, там, сайт, там, все, что вам требуется. То есть это не проблема. Поэтому комментируйте, через сколько с вами можно вообще созвониться, чтобы у вас был скайп, мы детально ознакомимся с скайпа доходом. Скайпа у меня, я говорю, нет у меня скайпа здесь, у меня не установлен. Ну вы можете его уже скачать, правильно, то есть он качается пару минут, скачивается. Там регистрация 2 минуты длится и все. То есть скачали, мы с вами ознакомились, вам все предоставили. Ну у меня WhatsApp вот есть. Вот как раз и потом мы вам скинем в WhatsApp всю информацию. Но для начала нам надо встретиться непосредственно, ознакомиться с доходом, понимаете? Нет, ничего не понимаю. Зачем именно в этом? Вы мне лучше скиньте ссылочку какую-нибудь, чтобы я зашел в интернет сейчас в спокойной обстановке дома, лежа на диване, посмотрел, что за компания, что за компания, сколько вы работаете, где вы находитесь там, допустим. Смотрите, как могу к вам обращаться, правильно? Виталий. Скажите. Виталий, очень приятно, меня зовут Эдмон. Виталий, я вам хочу сказать, да, мы вам все пришлем информацию по сайту, вы прочитаете. Но нам надо же как-нибудь встретиться за планшетом и вам более наглядно показать о доходе, правильно? Ну, потом и покажете. То есть вы хотите сначала с сайтом ознакомиться? Конечно. Ну, просто мы как раз можем и ознакомление провести, и сразу вам скинем сайт. То есть это не проблема, понимаете, Виталий? Сейчас идет ажиотаж, сами понимаете, у нас идет ограниченный набор сотрудников, которые как раз будут работать в нашей компании непосредственно. Поэтому мы сначала проводим презентацию бесплатную, она ничему не обязывает вас. Мы сразу вам в WhatsApp присылаем всю информацию. Вы в спокойной обстановке потом все посмотрите. Мы просто хотим, понимаете, дополнить ту информацию, которую мы вам предоставили. Виталий, так понимаете? Вы мне еще никакой информации не предоставили, что вы можете дополнить. Но я вам в устном виде рассказал о заработке. Следующий шаг – это уже ознакомиться в онлайн-режиме и предоставить... Вот я и хочу ознакомиться в онлайн-режиме. Вы просто меня что-то путаете, не можете понять. Я вам порядок действий объясняю, а вы никак не врубаете, что ли. Мне нужно сначала открыть интернет, зайти на ваш сайт, посмотреть, что за компания, чем именно она занимается, сколько времени она работает, какие у нее разрешительные документы на финансовые операции. Вот, я имею в виду вот это. А потом уже, если я всю эту информацию получаю, как бы, тогда уже можем более детально смотреть и там заработки и все остальное. Хорошо, Виталий, не проблема. Вы сейчас можете записать сайт, я вам продиктую сейчас, запишите его.
Да, сейчас я вот Chrome от браузер открою здесь. Сейчас загрузится. Так, сейчас. Каким шрифтом? Английским, да? Да, английским. Угу, хорошо, диктуйте. АО, то есть АО. АО, так. Тире посередине. Так. А, groups. Сейчас по буквам скажу. Первая буква G. Groups, как группа, да? А, да, ну давайте по буквам скажу. G, R, О, буква У, как и русская, буква П и С, английская. .com. .com. Ага, вот он меня, у меня здесь уже подсказка выскочила, что есть такой сайт. Да, то есть будет у вас написано «Аналитика онлайн». Главное, новости, календарь, обучение, проекты, узнать о компа. Да, вот. Станьте инвестором. Да, то есть у вас, да, крупным инвестором, то есть всю информацию. У нас как раз сейчас идет набор в новый проект CFD-контракт, то есть работа на бирже. И мы предоставляем как раз бонус клиентам в виде 30%. Да, это вот вижу. Понимаете. Да, и в дальнейшем, то есть вся информация здесь есть, можете посмотреть себе, посмотреть примеры, что мы вам предлагаем, там раздел новости. Кстати, ниже есть проект госфинансирования. Тоже можете прочитать для себя на заметку так. То есть там вниз надо будет прокрутить на главной строке. Ну вот Форекс. Что-то тут у них вниз все пошло. А все, Виталий, тогда скажи, когда можно с вами созвониться? Как раз встретимся, вы прочитаете, встретимся в спокойной обстановке, чтобы вас ничего не отвлекало за скайпом, и будем уже после ознакомливаться. Ну, я не знаю, как вам удобнее. Завтра, наверное, лучше. А как сегодня у вас вечером? Ну, можно сегодня вечером, часика через два, допустим. Часика через два будет удобно. Хорошо, Виталий, вы, если что, так скачайте скайп, хорошо? Оно в любом случае понадобится, если у вас там планшет. Ну, я просто им раньше пользовался, потом я его удалил, просто очень неудобная программа, мне очень неудобно с ней работать. Просто если бы у вас был бы доступ на компьютере, то есть интернет, да, за компьютером, я бы вам предложил бы другую программу, там даже регистрации не требуется. Ну, к сожалению, такого у меня нет. Да, ну ничего страшного, Виталий. Тогда через где-то 2 часа вас наберу. Хорошо. Вот. Хорошо, тогда до связи, Виталий. Не прощаюсь. Давайте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А можно Виталия? Да, я слушаю. А, Виталий, здравствуйте. Еще раз, это Эдмонд из финансовой компании. Угу. А, Виталий, вы как, посмотрели сайт, что там? Ну, посмотрел, но, к сожалению, там о компании ничего, никаких данных нету о вашей. А какие вам данные нужны? Может быть, они есть, вы не нашли? Ну, где находитесь, в каком городе, адрес, телефон, там, индекс. Вся регистрационная информация. Ну, вообще там должна быть информация. Смотрите, мы находимся в городе Москва непосредственно. Вот, там находится наш главный офис. В принципе, я могу вам дать адрес, если вам конкретно интересует, где мы находимся в Москве. Ну, какая вам еще информация требуется? Ну, просто я хотел на сайте все посмотреть, но не нашел. Я понял. Ну, смотрите, узнать о компании, там есть вкладка. Просто там надо написать ваш номер телефона, имя, вот, и там, в принципе, отдельно выдается информация. Я понял. Ну, смотрите, в принципе, мы вам все сейчас можем предоставить уже при ознакомлении в онлайн-режиме. Вот, сайт мы вам дали, дополнительную информацию дать тоже можем. Вот, поэтому скажите, вы как там, скайп скачали на планшет? Сейчас, минутку, подождите.
Ну, в принципе, я скачал, но просто я не люблю им пользоваться. Ну, смотрите, он вам понадобится для чего? Чтобы мы для начала ознакомились, а в дальнейшем вы будете общаться уже там через, там, я не знаю, WhatsApp или еще что-то вам предоставят. Сейчас главное просто ознакомиться с предложением в онлайн-режиме. Требуется, чтобы вы уже наблюдали, как это работает. Понимаете, да, Виталий? Ну, в принципе. Я вот кое-что другое не могу понять. Вы сейчас в каком городе находитесь? В Москве? Да, в городе Москва. Так, ну я вот смотрю, у меня номер зарегистрирован у вас сейчас по московскому региону. А, ну, вот. Два с чем-то часа назад вы мне звонили с номера, который зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Как вы могли за два часа переместиться из Москвы в Петербург и обратно? Нет, Виталий, я вам же с этого же номера телефона набирал. Вы что-то перепутали. Нет, у меня в журнале звонков, я посмотрел. Ну, я же с этого номера вас набирал, Виталий. Нет, с другого. С другого? Ну, не знаю, Виталий. Смотрите, Виталий, так что по поводу презентации. Мы сейчас будем ее проводить? У вас есть минут 15-20 выделить? Вы имеете в виду по скайпу, что ли? Да, да, в онлайн-режиме. Подключитесь к монитору нашего менеджера. Нет. Я подключаться никуда не буду. Да. Давайте как-нибудь по электронной почте сбросьте мне какую-нибудь ссылку там или как-то вот так. На что? Ну, где у вас все это находится? Что вы мне... Вы мне вашу презентацию сбросьте на электронку. Mm-hmm.